Проверка документов. Предъявите паспорта. А с чего вы взяли, что у нас есть паспорта? И вообще, что они нам нужны? То есть как это? У всех есть паспорта? Абсолютно у всех. Возможно, они нужны тем, кто ничего не знает о себе. Уверяю вас, мы совершенно точно знаем, кто мы, откуда мы и зачем мы. И нам не нужны бумажные напоминалки о себе. Я к этому, друзья, ко всему отношусь очень просто. Вот по поводу живого человека, морского права, отстаивать свои права юридически и так далее и тому подобное. Я живу здесь, на этой планете, вот я могу сказать свои ощущения, потому что мне не нужно никакое морское право. Я живу как свободная душа, как живой человек. И живу с тем пониманием, что эта планета – эта земля – моя планета, моя земля. И у меня такое же право на каждый клочок этой земли, на каждый квадратный метр этой земли, как и у любого другого. И ни одно государство, ни один человек не вправе мне сказать, что эта земля принадлежит ему, но не принадлежит мне. Я не посягаю на частное имущество. Естественно, что я не приду ничего захватывать. Я просто имею в виду, что не нужно мешать мне быть свободным на этой планете. Это моя планета, это моя земля. Если я живу по принципу, что мне хорошо и свободно, и моя свобода не посягает на права и свободы других людей, я никому не оказываю вреда, я никому ничего не навязываю. Я просто использую те механизмы, которые здесь есть, например, YouTube, да, и другие, медитация и так далее, прогулки, плавание в море, бег и так далее, и никому это не вредит. Ну, и не нужно приходить ко мне и говорить, что делай, пожалуйста, вот так, потому что нам не нравится то, что ты делаешь по таким-то и таким-то правилам, прописанным нашим государством, нашими органами власти и так далее и тому подобное. Я говорю, друзья мои, ну это кому-то вредит то, что я делаю? Если это никому не вредит, какая разница, что у вас прописано там? Если я могу пересечь границу любого государства и находиться там как свободный человек, это разве кому-то вредит? Я что, кому-то оказываю этим дискомфорт? Я что, кому-то что-то навязываю? Я что, перевожу какие-то опасные вирусы или болезни? И я, вот находясь в этом ощущении своей свободы и своего нежелания кому-то что-то навязывать, и недопущение мысли о том, что я могу кому-то навредить, находясь в этой вибрации, в этой свободе, я чувствую, как Вселенная реагирует на это и посылает мне именно то пространство, которое я сам формирую. И вот у меня спрашивали, Влад, как ты находишься во Франции без уколов, без ВАК-паспорта, как ты вообще смог попасть в эту страну? Я говорил, я передвигался сухопутно, ну, на машине, да, через границы. Ни на одной границе не было никаких проверок вообще. И здесь я хожу в те места, которые не требуют от меня предоставления ВАК-паспорта либо ношения тряпки. Они согласились, что я имею право не иметь вот этих вот документов, которые, на мой взгляд, посягают на мои права, свободы, медицинскую конфиденциальность и так далее. Они с этим согласились, я создал для себя это пространство. Мне не нужно другое пространство, я на него не посягаю. Но если, например, я жил бы в состоянии, вот я сейчас куда-то пойду, на меня будут оказывать давление, смогу ли я там находиться, я бы уже создавал себе ту реальность, в которой это происходит. Вы сами творцы своей реальности. То, что вы создаете, то вы и получаете. Проецируйте те
пространство, те сценарии, то видение, которое вы хотите действительно иметь. Не то, что может случиться какой-то конфликт, и вам придется его решать, а то, что вы находитесь в состоянии свободы в моменте и получаете это постоянно. Это значит, что я не ношу тряпку на лице по своим личным, частным причинам. А какие они? Религиозные, по причине здоровья, да, медицинские, либо какие-то другие частные, никого не должно волновать. Я же не посягаю на их возможность носить ее на лице. Хотите – носите. Хотите – делайте укол. Я не посягаю на ваше право. Не навязывайте мне свое видение ситуации. Не навязывайте мне свои мотивы. Вот и все. Поэтому тут передвигаться можно легко и спокойно, если речь идет не о самолетах, да? Но даже в этом случае, я уверен, есть опции, которые можно использовать, оставаясь свободным человеком. На что я трачу свою жизнь? Я живой! Я живой! Очнитесь!